Друзья, привет! Вы на канале Gens Music School. Сегодня у нас на диванной экспертизе некто Кирюша Плешаков-Качалин. Судя по фамилии, настоящий профессор. Он преподает вокал, у него своя вокальная школа аж природного голоса, ребята. Но самое интересное то, что он продает курсы, поэтому мы не смогли пройти мимо. В конце этого ролика мы просто должны задышать маткой, сфинктером или резонировать клитором. Вот что-то из этого точно с нами случится, поэтому вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также подпишитесь на мои Бусти и Телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами диванный эксперт Андрей Ганс, а как грибочек, вперед! И вот, друзья, мы попадаем на YouTube-канал Кирюши Плешакова-Качалина. Школа природного голоса, ёлы-палы, голопопы, какой-то купидон с птичкой. Он напоминает Павла Кашина, в которого глист вселился. 311 тысяч подписчиков, ёлы-палы. А это вообще напоминает нашего любимого Лёньку Каркушу с ботами. Со своими с накрученными подписчиками, потому что ролики он 9 тысяч, 6 тысяч. Все как у Леньки с 311 тысяч подписчиками. Непонятно, как такое получается, что же у него на главной страничке. Красивый, харизматичный голос за 5 минут. Как мне этого не хватало, как я хочу, чтобы у меня был такой харизматичный, красивый голос. Давайте же посмотрим. Сейчас покажу вам упражнение для разминки голоса, чтобы ваш голос звучал ярко, красиво и харизматично. Ну, наконец-то! Выполняйте эту разминку каждый... Наконец-то, Кирюша, наконец-то наши голоса зазвучат. Как я счастлив, что попал на твой канал и на вот это видео. Уже почти я согласился ткнуть на эту ссылочку твоих курсов. Первое упражнение – зевание. Вот что нам Кирюша за бесплатно дает. Обглоданные кости и колбасные обрезки нам кидает, так сказать. Жрите вот это за бесплатно. Зевание. Супер полезный, насыщенный видос получился. Так, дальше у нас. Кривляние. Кривляние. Нужно активно работать языком. Работать языком. Приемы для озвучки, так сказать, прона индустрии. Подтягивание? Подтягивание. Так. Потянитесь вверх макушкой, также со звуком. Ну все, я чувствую, как уже маткой начинаю дышать. Не прошло и 5 минут видоса. Ну ты, Кирюша, кудесник, блядь. Как говорил-то, Сашенька, вы ювелир. Вон он уже глаза закатил. Молодец. Нега расплывается, эндорфины растворяются по вашему сфинктеру, он расслабляется. Ну все, как вы любите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ну после этого-то вообще голос просто в до небес харизма улетел. Прекрасно. Четвертое упражнение – тряска. Как напиздеть на 5 минут, да, и ничего при этом не сказать? Учитесь, бля. Голландский штурвал он держит. Это еще был бесплатный, да, урок. Ну все, ты уже почти нас, так сказать, заманил в свои сети. Мы почти уже нажали на твою вот эту вот ссылочку, чтобы приобрести твой курс. Еще немножечко. Давайте посмотрим все-таки, как он вокалу преподает. Я уже просто жду, не дождусь. Урок пения номер 1 от Кирюши. Видеоуроки по вокалу для начинающих. То есть вот человек приходит, абсолютный ноль. Вот я сейчас типа буду учиться петь. Что мне сделать, чтобы запустить этот механизм вокальный? 8 лет назад видос вышел, мы смотрели, да? Человеку уже тогда было за 30, кстати говоря. Но уже голос Logos.ru, есть уже у него вот этот сайт, где эти курсы, ребята... Уже так давно он этим занимается, просто профессионал. Поэтому мы и это посмотрим, но давайте по порядочку. Друзья, если вы хотите научиться петь, в первую... Вот я очень хочу, давай посмотрим. В очередь вам следует научиться летать на вертолете. Все новогодние праздники летали на вертолете, что я так летал, что у меня же блевантин с половичков надо будет стирать. Но ничего, мы это, как говорится, переживем, давай. Какой ты вертолет имеешь в виду? Сейчас я вам объясню, почему. Ну, вертолетом это я называю самое первое, самое базовое упражнение. Посмотрим, как твой движок в твоем вертолете, насколько он тянет вообще. Для обучения пению, для снятия зажимов, расслабления, для расширения диапазона. Смотрите, как оно выглядит.
Я его называю запуск вертолета. Но человек вот просто пришел, вот он очень хочет, ничего не понятно. И сразу вот это. Ты ему должен объяснить, чувачок, надо сначала... В нос вдыхаешь, расправляется зонтик, который диафрагма называется. Сюда ты набираешь воздух, потом ручкой ты выдавливаешь и смотришь, чтобы у тебя в носик воздух запускался, через ротик выходил. Опустошай этот баллончик. Нет, сразу... Это надо же делать на звуке, который совпадает с твоим речевым, так сказать, звуком. Эй, эй, трррр. То есть все это вместе должно совпасть, надо человеку об этом рассказать. Потому что когда он будет вот это делать, будут лететь слюни, будет вместе с воздухом все это выходить, и у него никакой опоры не хватит, чтобы протянуть хоть сколько-либо. И он тебе потом задаст вопрос, а как, а почему, и все. И все. Потому что ты ему нихера не объяснил. Опора, естественно, у новичка отсутствует. Кстати, она у тебя тоже отсутствует. Удивительно, блядь, какие тут курсы уже. 10 лет человек курсы продает. Нет, чувак. Вот так это не пойдет. Это... Сам не взлетит, блядь, твой вертолет. Попробуйте вместе со мной. Ну и что? Слюни летят, блядь. И закончилось все дыхание. Че, а что еще пробовать? Вышел на звук чуть-чуть, да, включили связки, он об этом не сказал. То есть, как хаотично из ниоткуда появился звук его голоса. Что случилось, как, блядь, почему, ничего об этом нет. Медленнее вибрируют губы, тем лучше. Это, кстати, очень... То есть вот, по идее, должно быть вот так это звучать. Но он должен объяснить, как это получилось. Дитё сделал лучше, чем ты. Не, это вот с воздухом, вот с этим... Шепотом, это полная чушь вообще. Как только вы освоитесь запуском, мне вас... Так, запустили, хорошо. Получается, попробуйте взлететь. Просто взлететь. Сейчас посмотрим, насколько твой вертолет от земли отрывается. Вы слышали, да, что произошло? Ну, я вам объясню. То есть, сначала был шепот, ты потратил почти весь воздух. Потом он вдруг включил, блядь, свой голос на связках. Включил вот это вот. И поехал. В корне неправильно. Должно сразу быть со звуком голоса, с твоей речевой позицией, речевой твой звук, на котором ты разговариваешь. Иначе в этом никакого смысла нету. И остановился. Все. Край даже до верха своего грудного голоса не дошел, остановился. И все. Попробуйте сейчас вместе со мной. Даже это все херня, потому что это не должен человек делать на первом занятии. Он должен поймать этот звук, чтобы у него схватилась диафрагма, чтобы она у него напряглась в момент извлечения вот этого звука. У него должно здесь схватиться, и он должен почувствовать «Эй!» свой голос внутри этой трели. Я это трелью называю. Липрол этот, который он говорит, вертолет взлетел, блядь. Не, если так делать, никто никогда ничему не научится. И шепотом включается голос, доходит не сильно до высокой ноты, до серединки. Вот. Все, у него, кстати, связки разомкнулись, и дальше там вверх пошел на фальцете. То есть он даже не может свой грудной голос нормально сомкнуть внутри трели этой. Кстати, еще такой важный момент, он не сказал или он этого не знает, я не знаю. Это, говорится, слышал звон, но не знаю, где он. Вот это сложно многим поймать. То можно сделать просто рррр. Если человек не картает, то лучше делать на так будет лучше звучать, плотнее и будет более понятно человеку, который первый раз вообще пришел на вокал. Взлетать? Попробуйте приземлиться. Во дворе его лучше всех знают бабки. Говорит, Кирюх, взлети, пожалуйста, там он с третьего этажа, белье сними нахуй с прищепки. Он снял, бросился, опустился. Сверху вниз. Да, все на первом занятии. Ага, все сразу сделают. Не работает так, как ты показываешь вообще. То на первом занятии это много. Вот так вот делать на первом занятии не надо. А если он хочет показать диапазон сверху вниз, то... Ну, как-то так, я не знаю. Когда... И опять в конце у него... То есть... И воздух в конце пошел. Блядь, с таким запуском вертолета, ну его нахуй, ребят. Да я запускаю вертолет. Тут у меня этот от оливье, блядь, горошек с этой стороны, здесь колбаса. Такие у него вертолеты получаются. Нормально. И приземлиться обратно. Да, я не могу слушать, когда он с шепота начинает. Ну это полный пиздец. Ну это неправильно в корне. В
включить этот звук еще сложнее. Человек будет, если будет пытаться его повторить, вот ученик, который вот с горящими глазами пришел, он вообще не поймет, что происходит. Как можно вот это вот с шепота на голос выходить? Это сложнейший элемент, блин, в джазовой школе. И он мне на первом занятии вот это, блядь, показывает, да еще и на трели. Когда на трели звук звучит, он сложнее для ученика. Его ухо слушает, что губы творят, а саму ноту он не воспринимает, потому что сложно ему цельно все воспринимать на первых порах. Вот эту ноту взял, все, край, молодец. А выше он и не лезет. Это между трех нот своих вот этих вот полоскается туда-сюда, пиздец. Главное курсы продать, а в ролике, самое главное, в таких роликах вот для этих людей, до хера сказать, но при этом ничего. Человек заинтересовался пиздежом, а чтобы было ноль полезной информации, и, возможно, даже неправильной, но при этом там ссылочка всегда в описании есть. То есть на ссылочку надо тыкнуть, и дальше уже его раскрутить на эти курсы. Кирюха у нас специалист по холодным продажам. Викторию движения. Все, будет он у нас, Кирюха, вертолет дальше. Пение природным голосом. То есть мы сейчас воочию убедимся, что такое природный голос. То было упражнение, которое нас наводит на правильные мысли, чтобы мы углубились в его эти курсы. Но здесь прям видеопрезентация. Пиздец, мы должны сейчас охуеть от радости. Давай смотри. Я продолжил поиски методик настройки голоса. Так, сейчас настроим голос вообще. Мне удалось сбалансировать и голос, и... Все, барабанная дробь, слушаем. Я пойду по дороге простой. Блять, вот то, что он там показывал, пердел вот это на вертолете на своем, на, летал. Тут он также и летает на этих же нотах, не может в голос нормально взять. Я, говорит, нашел свой голос. Вот они, эти три ноты, Грушинский фестиваль. Этот человек на тех порах уже продавал курсы природного голоса. Вот это реально костерок горит, все, блядь, люди сидят в этих свитерах с оленями, там ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, бардовская песня. Отчего так печально. Ой, ребят, пожалуйста, хотите сильный, уверенный, металлистический голос? Все к Кирюхе вертолету обращайтесь. Потом я начал сочинять и записывать собственные песни. Так, то была не его песня. Ну сейчас просто вообще разъеб должен быть. Все, ребят, давайте смотреть. Лето, солнце, купальный сезон, а я решил подработать еще. Перевожу на остров важных персон. Важных персон, то есть опоры нету. Как я и говорю, к чему он там, блядь, учил? Чему он, сука, учит? Какие нахуй курсы? Матом не ругается, не то что я. Какие курсы по вокалу, Кирюх? Ну пиздец, ну какой вертолет? Они мне платят деревянным рублем. Ну и мимо там был. Ну ладно, херси, мимо там не слышишься. Ну бывает. Это мой личный бюджет. У тебя, блядь, у тебя зажат голос. Как чуть-чуть наверх, вот до той крайней ноты, которую до этого ты на треле делал. Вот все, ты уже здесь все зажато. Какие курсы, какие преподавания? Я просто в ахуе нахожусь. Богатею с каждым солнечным. Бля, это голоса нету, просто ноль. Кирюх, ты в Санкт-Петербурге живешь, блядь, приди ко мне на занятия, я тебя нормально научу. Вот честно. Придешь очно, позанимайся. И, ребят, это всех касается. Кто хочет реально не вот это, а нормально позаниматься, обращайтесь ко мне, пишите в личку ВК. Да чего же справедлив белый свет? Не, ну это вот это Грушинский фестиваль, бардовская песня. Ну так бы сразу и написал. Учу бардов петь. Готовлю к Грушинскому фестивалю. Любого человека подготовлю. Все курсы покупаешь, дополнительно научу бары зажимать. Заработать можно честным трудом. Куплю... Вот, Кирюха решил, блядь, чтобы на завод не идти. Научился три аккорда, научился две ноты брать голосом. Дай-ка я курсы начну продавать. Я ж преподаватель. Моторную лодку. Яблоку негде упасть. Один академик, другой, блядь, профессор Качалин. Ну пиздец. Тут мы, как говорится, из простых, нам тут делать нехуй. Это реально смешно. Вот то, что вот это вот мы видим. Так ладно, это тоже видос старый. Казалось бы, можно было бы сказать, ну, он еще тогда только учился. Во-первых, чуваку уже 30 с хуем лет здесь. Во-вторых, он уже продавал курсы тогда. Поэтому спрос есть с него. Качалин, незаметно. Клип и песня, наконец-то мы узнаем. Человеку за 40 в этом клипе. Вот, это свежак тоже прошлогодний. Чего же он достиг, чего добился после всех этих вот вещаний про вокал, про вот эту природный голос. Все вот это будет применяться? Где высокие ноты, где вот этот вся эта опора? Давайте послушаем. Кофейный морс, так от табаха.
чистый холм. Чувак не в голос просто поет, не в голос. Это, мне кажется, синдром Джона Келлигана. Вы не замечаете, да? Не знаю, может, сейчас в припеве будет какая-то высокая там нота, чтобы она поразить. Ну, хоть как-то на опоре. Хуй с ним высокая, просто... Эй! Более-менее хоть одна нота в голос будет, нет? Да, и в них образ этого лета. То есть он, ребят, вы понимаете, что он как шептал вот в первом ролике, так он здесь и шепчет. О чем я говорю, изначально было неправильно. Вот и результат. Чувак так и не вышел, блядь, на звонкий голос на связках в речевой позиции за, сука, ему 40 лет. Он так и не вышел туда. Какие преподавания? Давайте другой клип посмотрим. Надо быть готовым ко всему. Блядь, а в чем разница? Ну, ребята, и самое интересное, это школа природного голоса. Ссылочки у него есть под каждым роликом. Вот она, эта школа «Голос Логос». Шикарно, уже почти, наверное, лет 10 она существует. Естественно, мы нажимаем «Онлайн-курсы». Ёпта, как всегда, 3 курса. Так, что мы имеем? «Голос на миллион». «Голос речи, общение, без...» А, он разделил, типа, для тех, кто не хочет петь, чтобы дикцию улучшить, там, бизнесмены, убедительно, красиво, дикция, дикторы, да, мы это слышали, да, все это мы слышали. Ну что ж, подробнее, давайте скорее, нажмем же. Опа, ребята, 3 вида, осталось 1 курс. Мяу. Сука, ну как может остаться один курс, если это онлайн? Спрятано в шкафу эти курсы там какими-то, блядь, в мешках они у тебя лежат. Сука, ну такая вот это дешевый маркетинг. 3 осталось курсы. Тут вообще 5 осталось курсов. Что за бред? Это как мне в зале предлагали, блядь, до 31-го скидка только действует. А у меня 8-го заканчивается. Я говорю, не, нахуй, я лучше потом куплю. Хуяк потом говорят, до 10-го такая же скидка будет действовать. Вот здесь то же самое. 4800 для бизнеса. Нельзя аудиоотчеты отправлять. Ну, короче, поддержки никакой нет. Ты просто платишь деньги и забываешь их нахуй. Они тебя забывают, все, ебись как хочешь называется. Просто отдаешь 4800, прощаешься с этими деньгами и все. Так, за 10800 у нас уже все есть, обратная связь. Только нету, ребята, 30 минут скайп консультации. Консультация с Кирюхой. А теперь, ребята, смотрим. Здесь она есть. И цена, сука, 22 800. То есть, ребят, вы просто вдумайтесь. Консультация 30-минутная с Кирюхой в скайпе стоит 12 тысяч. Что выберешь ты, как говорится? Давайте второй посмотрим. Возрождение природного голоса. То есть, а вокале здесь пока ничего нет. Для пения и здоровья. То есть, он преподносит свою низкую квалификацию. Но я вам зато покажу. От природы там сейчас вы научитесь пульсирующий сфинктер делать. Ну, вот это все. Полюбить свой голос. Это какие-то тугрики. Раскрываем красоту. Полюбить свой голос. Сколько стоит полюбить свой голос, ребят? Опять же, без ответов на вопросы, блять, чтобы Кирюша не участвовал, чтобы ты сам, как говорится, в своем соку варился, 3000 и забываешь о Кирюше. Тут же уже обратная связь, блядь, за 6000, Кирюха, возможно, с тобой там еще и разочек попиздит 2 минуты, или один раз в WhatsApp ответит, заебись. Ну и самое интересное, пение природным голосом, музыкальный слух, научиться попадать в ноты, петь с удовольствием. Блядь, Кирюх, ну мы видим, что ты даже и этого не можешь, как-то ты без удовольствия в этих клипах поешь, при смерти находился, блядь. Записаться. Сцены скрыты, пока 3 раза не нажмешь, ничего ты не увидишь. 4200, никаких подробностей. На эту ставку не делает. В основном с бизнесменами работает, блядь, за 12 тысяч свой онлайн этот скайп, блядь, за 30-минутный продает. Платишь, все, и до свидания, как говорится, пишите письма. Ребята, я к чему клоню? Ну нереально научиться петь по онлайн каким-либо курсам. Нереально. Речевой аппарат, голос, это же такая тонкая, хрупкая субстанция. Чуть-чуть так, чуть-чуть сяк, чуть-чуть гортань опустил, чуть-чуть прижал, и ты уже раз с зажимом поешь, у тебя уже зажим образовался, ты уже выше не пойдешь. Столько нюансов, ну кто будет руководить, кто будет подсказывать, правильно, неправильно. Это нереально, ребята. Вы можете сделать только хуже, и потом, когда попадете к нормальному преподавателю, вам надо будет переучиваться, научить с нуля легче, чем переучить человека, когда у него уже сформировались физиологические какие-то триггеры. По одним и тем же рельсам ходил, все, мозг у него запомнил эти движения все, все это сложнее поставить на другие правильные рельсы. Так что, ребят, не занимайтесь хуйней, занимайтесь с преподавателем. Возьми свет, возьми свет.
Возьми свет, руки к небу, дыши глубже, дыши, дыши, дыши. Твой сфинктер раскрывается, потом сжимается, потом опять раскрывается, сжимается, все. Ты овладел своим природным голосом. Ты научился петь. С тебя 22 800, кстати. Оплата вперед. А вы что думаете, ребята? Научились мы дышать маткой, сфинктером и резонировать клитором после этого видео? Пишите в комментариях, ставьте лайки, также подпишитесь на мой телеграм и бусти, если хотите меня реально поддержать. Что-то не то пошло у меня после видоса с Кирюхой. Ну, в общем, вы все поняли. Люблю, целую. С вами был Андрей Ганс, а.к.а. Грибочек. Увидимся. Люблю, целую. Пока.